Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Я рассматриваю варианты ипотеки. Что вы можете мне посоветовать? Скажите, пожалуйста, а вы в каком городе хотите приобрести? Город Ленск. Могу вам предложить сейчас сельская программа. Наш город туда вошел. Не только вошел, Ленский район стал лидером в Якутии по выдаче сельской ипотеки. За 2020-2021 годы более 80 жителей приобрели жилье по низкой ставке – 2,7%. Семья Кристины Башинской – одна из них. Девушке попался неплохой вариант недвижимости, плюс посоветовала подруга. Да и в некоторых банках ставка в 2-3 раза выше. Ежемесячный платеж у меня составляет примерно 10 тысяч, там с небольшими рублями. Вот. Первый раз такое просто сталкиваемся, что ипотека, платеж по ипотеке меньше, чем платеж по кредиту. Поэтому почему бы и нет. В ипотеку вложены оба материнских капитала, государственный и региональный. Сейчас есть возможность погасить ипотеку, но я решила пока этого не делать, потому что как бы такой минимальный платеж, он нигде мне не мешает. Этим летом банк запустил еще одну госпрограмму – детская ипотека. Ставка 4,45%. Она распространяется только на новостройки. Программой могут воспользоваться жители всего региона, кроме ленчан. Здесь новые дома вводятся только для переселенцев из аварийного жилья. Участники – семьи с одним ребенком, рожденным с 2018 до конца 2022 года, а также семьи с детьми-инвалидами. Банк реализует также программы рефинансирования ипотечных продуктов, которые позволяют снизить ежемесячный ипотечный платеж, кредитную нагрузку на бюджет каждой семьи и уменьшить переплату по кредиту в целом. Еще один приятный бонус от банка – кредитная карта. Вы можете оплатить покупки без начисления процентов. На возвращение снятых денег дается 3 месяца. Процент начислят, если вы не вернули средства вовремя. С полным перечнем условий можно ознакомиться в офисах банка. Юлия Золотарева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край».